Это ежедневный дайджест новостей Донбасса о войне на территории Украины. Мы продолжаем информировать вас о происходящем в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии соприкосновения. Подпишитесь на канал, комментируйте и делитесь этим видео. Чрезвычайно сложная ситуация на Донбассе. Сюда российские войска бросили максимальные силы. За сутки оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области. Били из авиации, ракетных установок, систем «Ураган» и «Град», тяжелой артиллерии и танков. Есть погибшие и раненые. Разрушены 32 объекта. Это пожарная часть, база отдыха, предприятия и жилые дома. Глава области Павел Кириленко заверяет, что электричество не пропадет. Все слухи об этом недостоверны. Перебоев из-за непрекращающихся обстрелов не избежать. Но сейчас энергетики делают все возможное для восстановления. Свет уже вернули в дома 20 тысяч семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах. Без электричества пока остается 321 населенный пункт. В то же время работа Славянской ТЭС остановлена. Район, где она находится, город Николаевка, в последние дни под постоянными обстрелами. Как сообщают в Донбассэнерго, решение принято ради сохранения жизни и здоровья персонала станции. Тяжелая обстановка в Лимане. Оккупанты заявляют о полном контроле над городом. Но заместитель министра обороны Украины Анна Малер заявляет, что о взятии города говорить некорректно. Бои продолжаются. На вчерашних кадрах из Лимана российских журналистов был замечен Вячеслав Пономарев, который в 2014 году называл себя народным мэром Славянска. Ну вот до дома осталось самая малость – 36 километров. Я в Красном Лимане. Пономарев – один из тех, кто руководил захватом Славянска в апреле 2014 года. Позже был якобы задержан Игорем Гиркиным, а в июле сбежал вместе со своими боевиками в Донецк. Оттуда – на территорию РФ, где иногда давал интервью российским пропагандистам. В Украине же Пономарев объявлен в розыск. Российские войска активизировались также на Бахмутском направлении. Там под обстрел попали журналисты «Радио Свобода» и шеф-редактор украинского иновещания UATV Алексей Мацука. Так, а что вы кушаете? Где вы еду берете? Ну, кушайте. Ну, у нас же были, мы же, наверное, не бомжи были. У нас холодильники были, у нас еда была. Мы же света нету. Мы же как-то, наверное, жили. Ну, то есть запасы? Конечно, запасы. Гуманитарку привозят. Ну, привозят, да? Конечно, гуманитарку. В сети появилось видео последствий обстрела предприятия «Артемсоль» в Солидаре. На этих кадрах видны разрушения. Территория усеяна осколками, повреждены здания, выбиты окна. Из-за боевых действий работу предприятие остановило в апреле. Это спровоцировало дефицит соли. Также месяц назад был вывезен запас готовой продукции. Северодонецк остается самой горячей точкой на Луганщине. На окраинах продолжаются ожесточенные бои, но город не отрезан. Обстрелы здесь не утихают. За сутки разрушено 14 многоэтажек в разных районах. Российские военные по-прежнему находятся в отеле «Мир», несут огромные потери, но остаются в здании. Разрушения есть также в Попасной, Горской громаде и в Рубовке. Авиаударом уничтожено здание кинотеатра в Лисичанске. Ранее здесь прятались от обстрелов местные жители. Сейчас все они эвакуированы и обошлось без жертв. Также под обстрелами трасса Лисичанск-Бахмут. Российские войска не взяли ее под контроль, но проехать здесь могут только легковые авто. Несмотря на обстрелы, эвакуация продолжается. Вчера из Лисичанска удалось вывести около 30 человек. 13 из них – дети. Также всем, кто пока остается на Луганщине, полицейские доставляют гуманитарную помощь. Тем временем в захваченном Мариуполе уже в июне оккупанты обещают возобновить выплату пенсий в рублях и в отделениях почты Донбасса. Их в городе уже 12, но новая реальность для мариупольцев выглядит на самом деле так. Также россияне открыли школу номер 65. Для этого родители заставили убрать там мусор от разрушений, а окна затянуть пленкой. Как сообщает советник легитимного мэра Петр Андрющенко, фактически набрано 9 классов по 35-45 детей разного возраста. Никакого питания нет. Работает только один генератор. Обучение будет проходить на русском языке. Для этого в Донецке уже подготовили партию пропагандистских российских учебников. Подарок от политиков и регионов России на днях с помпой и фанфарами будет передан в Мариуполь. Нет сомнений, что Россия проводит работу по уничтожению украинской самоидентификации детей Мариуполя. Если современный нацизм имеет какую-то другую форму, то я не знаю какую.
В это же время оккупанты приступили к первой погрузке металлопроката из Мариупольского порта. Подтверждения разблокировки новых ворот нет, потому металл будут вывозить малыми партиями. По информации Андрющенко, с этой целью вчера в город прибыла группа кадыровцев. На оккупированной части Луганщины в Сватово заявляют о прилете точки У. В соцсетях пишут о 3 погибших. Еще 16 человек получили ранения. Также есть информация о раненых в Куйбышевском районе Донецка. В нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу» продолжается круглосуточное обновление новостей. Подписывайтесь и на YouTube-канал, чтобы не пропускать нашу ежедневную сводку о войне в Украине. В комментариях не забудьте рассказать о происходящем в ваших городах. До завтра!